Спектр ГАИ, фамилия моя. Ваши документы, пожалуйста. Не можете документы найти? О, паспорт достаточно будет, отлично. У вас есть признаки алкогольного опьянения? Понятно. Мы едем на освидетельствование в установленном порядке. Да, хорошо. Если по-честному, по-нормальному, то были люди там, ну, как бы там гостили там пиво, там глоток сделал и все. Но я знаю, что он точно ничего не покажет. Не покажет? Конечно, 100%. Ну, я не буду, ну, что мне людей возить, ну. Только глоток пива и все, больше ничего. Вообще больше ничего. Ну что, вы не видите, что я одну. А давно глоток пива тут делали? Ну, где-то, ну, может, минут 10-15 назад. Ну, ехал, вез вот людей. Ну, я согласен, что есть там, ну, там, и возишь людей там, ну, с запахом тоже, там, ну. Все, делаем вдох и дуем.